Извини. Здесь люди будут идти туда-сюда, здесь будут люди ходить, вот здесь, но еще не закончил. Вот это уберу, вот здесь вот поработать надо, здесь, а еще чуть-чуть небо темное будет. Тогда он, а, чтобы он больше засветился. Вот сижу, думаю. А как это, только индийские, только японские, английские люди, и только индийские люди? Здесь? Да. Мусульмане будут. Да, только такой, да? Да. Английский нету, да? Нет, почему английский? Англичан тоже есть. Ну, да, но знаете, как я, как он, такие люди. Нет, там такие. Вот там. Сейчас его нет уже в Алмате. Все уничтожили. Уже нет? Дома понастроили. Это у нас в огороде, вот видишь, это вон тот вот. Вот это дом? Это мое детство здесь проходило. Потому что у нас в огороде очень много было яблок. Вот я помню, в детстве у нас вот такие яблоки были. А сейчас они все... Нету их, нету. Вон там моя мама идет, вон. Это наш старый дом. В советское время, 60-й год, мы совсем плохо жили. Да, я знаю. Это портрет моей жены в молодости, когда я был влюблен в нее. Она откуда? А? Казашка или русская? Казашка. Вот когда я влюблен был, и нарисовал ее. Вот. Такой нет. Хитрый, да, я тоже такой. Я такая, да, я тебе рисую, да. Так супер, да. Да, в архиве. И повесился. Она не знает это. Она сюда не ходит. Дочка приедет скоро. Да. А кто она приедет? Где-то 17-18 или... Она это... Вашингтон. Америку? Вот это мой зять. А-а-а. Вот. Совсем там забыли. Совсем забыли. Что, снимать будете? Подожди, вот так вот. Вот так вот. Красно. Вот что. Да где такое? Где? Это воображение. Воображение, правильно. Польское. А вот это секундный, да. Нет, это... Сейчас, не скажите, Это... Ну, как сказать? О! Был там. Барасан. Вот это вот. Красно там, да? Это видели второй? Это первый. А, не били второй? Там еще второй и третий. А, вот, и бараж там, да? Да. Все башни. Я не как раз поэр, да? О, привет. Союзом. Так вернулся, да? Это первый паровоз, который пошел в Алма-Ата. Турксибский союзом. Даешь Турксиб тогда. Вот это вот. Хорошо. Потом... Вот другой вариант. Вот сейчас вот движение есть быстрое. Вот это другой вариант. Но я делал тот раз, пошел в это управление железной дороги. Они у нас нету, говорит. Я говорю, ничего себе, там миллионы метров взятки дают, друг другу сажают, а купить это денег нету, говорит. Ну это москвичи хотели купить, приедут скоро и купят. В музеев, дома в коллекции? Нет, у них это... Домашняя коллекция? Нет, офис кому-то надо. Там. Хорошо. Кому-то в офис надо. Там есть сейчас новые... А, пусть. Вот сейчас поставлю. Осторожно, это мокрый там. Что упал? Нет, что за... А ты можешь кисти на этом, на свои руки. Это терпенти. Как зовут Петров? Арт-директор. Только здесь? Кожа. Нет? А, вот беру, смотри. Фу, скажи. Фу. А,
Не-не, она, выведет, она не, она лучше меня. Чё? Давай еще раз, повторите ваше. 2-3 дня, чтобы это научиться показать. Это я с детства знал. Когда в школе учился, просто иногда вспомню, а это вообще интересно. Да, да. Почему ты мне не делал баксов там? Где? Хотя Ахманска. Фасанска нафиг. Ты в 2002 году был в Америке? Мне там подарили там, в Лос-Анджелесе. А вы там, там били, Араск? А? Араск, били там? Да, там, я в Казахстане. Но вы где родили, где родились я? Я здесь, в Алмате. В Алмате? Мне нравится вот это вот натюрморт. Всем нравится этот натюрморт. Вот. Ну здесь это все подарочные, которые вот, видишь, внучкам.